Ты замолчи, скважина. Дольются тебя, не сидят. Ну и что ты, как голый зад при луне светишься? Вот. Видишь? Дализу, дализу. Разгуливают. Ты подумай, туда-сюда. Ну прям разгуливают и все. Ну ты подумай, ну прям собаки какие. Бабка! Почему вы ничего сделать не можете? Где ваша ученая степень? Как вшу видно этих. А как ты их можешь скипидарить? Нет, скипидаром сынок не возьмет. Водка-то покрепче. Я вон пью, видал, что в крови-то делается. Водка в кровь, что ли, попадает? А куда, с чего дуреет человек-то? Нет, ну-ка давай попробуем. Я наточил парочку. Может, умеем наколоть их, а? Кончик в проволочке был тонкий тон, прямо волосок. Андрей долго еще работал этим кончиком, ставил воды. А радости сколько? Ведь это ж черт знает, какая дорогая минута. Когда ты достанешь их из чемодана и скажешь «на». Носи. Серьга, пошел. Ларьку, что возле магазина, и в очередь за пивом. Ну представь, Серега, как заблестят глаза у жены, а? Она же иногда как маленькая, до слез радуется, а? Ой, она же вообще-то хорошая, ведь с нами жить, это терпение да терпение. Одни проклятые выпивки, что стоит? А ребятишки? А хозяйство? Так, как она делала когда-то, когда была молодой. Как там? Озорно. По-мужичьи. Но с достоинством и гордо. Доча. Да, мама. Ой, это... Мне ночья, дочь. Ну, примерь-ка. На это надо было решиться. Он... Решился. Как-то пришел домой. Желтый, сам не свой. Не глядя на жену, сказал. Это я деньги потерял. 120 рублей. У жены отвалилась челюсть. На лице появилось просительное выражение. Может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит. Не умеет. Где? Если б я знал, пошел. Нашел.